Здравствуйте, представляем выбросный смеситель на 100 литров. Значит, это рамка, защитная рамка, люки ДУ-300, пульт управления, работает от 220 вольт, сетевая кнопка 220. Люк у нас ДУ-300, то есть откручиваем, ну, с двух сторон засыпаем продукт, с одной стороны, с другой. Тут зеркальная полированная часть. Закрываем люк. Закрываем люки, засыпаем смесь. Выгружается внизу кран выгрузки ДУ-100, получается. Закрыли люки, опустили откидную рамку, включили сетевую кнопку. И, значит, мешалка у нас работает либо в одну сторону, работает, регулируется резистором, либо в другую, переключается, либо в другую сторону. Также предусмотрен автореверс, то есть выключили. Автореверс у нас сейчас задано, значит, здесь у нас по 15 секунд в одну сторону, 15 секунд в другую сторону. 15 секунд отработает в одну сторону, перевернется, будет работать сначала в одну сторону, потом в другую. Все переключилось, он автоматически развернул и работает в другую сторону. Предусмотрена аварийная кнопка остановки и размыкатель, рамка для откидной, то есть с резкой остановкой смесителя. То есть остановили его в таком положении, восстановили, перегрузили, потом опять включили. Включили автореверс, включили мешалку. Ну, то есть, ну, все, смеситель готов к работе.